Музыкальный гений и сторонник теории о плоской земле, Юрий Лоза, снова вызвал горячие дебаты в сети своим последним роликом. В этом видео он рассказывает о своей вере в необычную концепцию и пытается объяснить, почему многие ошибочно полагают, что наша планета является шарообразной. Юрий Лоза, известный своими уникальными музыкальными творениями, не ограничивается только музыкой. Он спортсмен, активист и даже исследователь. Согласно его убеждениям, плоская Земля – это реальность, которую многие отвергают без должного осмысления. В своем последнем видео артист показал ряд аргументов в поддержку этой теории. Он отметил, что состояние воды и не скрытые за горизонтом корабли являются ясными примерами, свидетельствующими о плоскости планеты. Кроме того, музыкант ссылается на данные сейсмологов, которые, по его мнению, также указывают на то, что Земля плоская. Однако, несмотря на убедительные аргументы Лозы, многие интернет-пользователи принялись смеяться над его плоскоземельным убеждением. В комментариях они задавали различные вопросы. Например, один из комментаторов спросил, как Юрий объясняет изменение часовых поясов по мере движения по плоской поверхности Земли. Как объяснить тот факт, что на одном конце планеты наступает ночь, в то время как на другом конце – день? Лоза до сих пор существует только благодаря желанию доказать всему миру, что Земля плоская. Пел бы уже свои песни. Вы размышляете как сектант. В вашей секте не объясняют, откуда взялся интернет. Посмеялись над 69-летним исполнителем в сети. Несмотря на все критические замечания, Юрий Лоза остается верен своим убеждениям и продолжает распространять свою теорию о плоской Земле.